Вот почему не нужно сдавать квартиру в аренду. Вот что получается с квартирой, когда сдаешь ее квартирантам. Обои все оборваны, двери оббиты, стекла нет. Ручки все болтаются. На балконе не пойми что. Кухонный гарнитур вообще выбросили, потому что он не поддавался вообще. Внешний вид его испорчен. Вот такой санузел. Напишите в комментариях, стоит ли квартиру в аренду сдавать или нет.